Окей. Так, как бы... Черт, не того человека забанил. Так, а вот так. Вроде так должно сработать. Так, и надо что-то сделать вот с этими, вот с этой вот частью, потому что, ну, как-то уродливо немного. Да и проход открыт абсолютно. О, у нас бугурт в чате. Я же сказал, что работа на YouTube — это моя основная деятельность, как бы. Логично предположить, что я с этого как бы и живу. Только не нужно думать, что тут на YouTube все получают миллионы. А, в общем, закрыли тему заработков, потому что... Ну, вообще, спрашивать об этом неприлично. Я очень не люблю, когда меня, собственно, спрашивают об этом. Так, блин. Ну, хрен с ним, пускай так будет. Немножко топорно, но меня сейчас больше функционал интересует. Вот так, неплохо. А, Мирузуки, не надо этого спрашивать, хорошо? Half-Life я не играл вообще ни в одну часть. Battlefield мне не нравится. Mirror's Edge не играл, но видел. Тоже не очень понравилось. Чисто, как бы, не мой жанр. Поэтому нет, Half-Life 3, Battlefield 4 и Mirror's Edge 2 я не жду. Мне... Я никогда не был таким лютым фанатом игр, который там... О, там в 2000 как, лохматом году выйдет 500-я часть моей любимой игры. Я буду обязательно в нее играть. Даже если она будет полной хрень, я буду ее прославлять. Не. Это не про меня. Вышла игра, поиграл. Окей. Вышла, не заметил. Не поиграл. Вспомнил через 5 лет, поиграл. Доволен. Нет, в «Мафия 2» не играл, я играл только в первую «Мафию». Но это к Паше. Если кто-то еще помнит стримы с Пашей, вот... Вот Паша «Мафию» проходил миллион раз. Можете у него спросить. Ничего не жду. Никакую игру не жду. Я понятия не имею, когда что выходит. Разве что на стримах что-то спрашиваю, тогда я в курсе каких-то релизов. Так, про Starbound я уже отвечал. Не сегодня, а вообще. Что стало с качеством? Понятия не имею. Обновить страницу. Возможно, повысить качество вручную. Twitch сейчас любит его понижать. Автоматически.
Он Twitch начинает ругаться, мол, пользователи, у тебя интернет полная лажа, дай-ка я тебе тут качество подкручу. При этом он как бы предлагает его подкрутить, но как бы тут же его и подкручивает. Поэтому я, бывает, тоже захожу на стримы каких-то стримеров, собственно. Twitch, а нет, фиг, попался, блин. Теперь ты будешь смотреть там 360 пикселей. Хотя я четко знаю, что у меня интернет, ну, мегабит 20-то в нем стабильно есть. Если до провайдера в городе, то это не 20, а все 80. Вашу Машу, пошли, пошли вон отсюда. Иди сюда, корова. Корова, ко мне. Тупое жвачное животное. Отлично. Правда, кожа там где-то застряла, но это фигня. Так, и, в общем-то, вот эту вот кучу коров я могу спокойно уже скоро зафармить. И получить довольно-таки много всякого. Кожу там, например, мясо. Ну, кого там в стенки затолкали, но это фигня. Это решается простым выдалбливанием вот этой вот части вот стены. И все. И коровы просто не будут толкаться, они просто будут туда проваливаться. А может быть, сделать стакан, я не знаю. Project Arias и Minecraft Fun. Я не игнорирую, я их не вижу. Ты видишь, что в чате творится? Minecraft Fun, он от случая к случаю. Он не планировался как проект. Он просто запускался... Когда мы захотим поиграть как бы вместе во что-нибудь там с овощем, стали еще с кем-то. Это не постоянный проект. Это просто мы фанимся как бы, ну и попутно стримим. Мы можем точно так же фаниться, но без стрима. Так, где-то у меня кожа лежала, по-моему, в разном. Так точно. Так, окей, чего тут еще не хватает? Возможно, какого-то автоматического выпиливания коров. Дайте-ка подумать. Нет, если я поставлю просто лаву вот сюда, они могут, наверное, будут запрыгивать в нее. Ну, мобы они тупые. Да и для лезвия из лавы нужно будет делать стакан, один блок в ширину. Это значит куча дохлых коров, просто потому что... Да просто потому что. Я не знаю, они в последнее время имеют тенденцию сдыхать прямо в стенах. А, привет, Хроник. Так, вообще надо их проредить немножко. То их тут прям очень уж много сейчас собралось. И все-таки как-то надо решать проблему с перенаселением. Мне не нравится, что то, что получилось. То есть нужен какой-то стакан. Нужен более узкий стакан, так скажем. Вычаровать меч. 26 уровней, нет, только на 30. Все за большой шарятся. Так, а что если 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Хм. Чисто теоретически можно поставить вот здесь вот потоки воды. Вся эта шелупень будет прыгать, смываться, и вот здесь вот получится такой вот... Так, раз, два, пять на три. Стакан. Надо попробовать, кстати. Почему бы и нет? Так, надо, наверное, бесконечный источник тут запилить. Нет, у меня нет армы 3, Giggle Fox, и вряд ли будет, я в нее не хочу играть. Я никогда не любил вот эти вот симуляторы. Симулятором чего она является? Я не знаю, вряд ли войны. Военных действий, может быть, как и Flashpoint тот же. Но, опять же, не мой жанр. Она неплохая, просто это не мой жанр. Так. Блин, похоже, я перестарался немножко. Да, Биф, я не заходил больше месяца на Minecraft Fun. Да и когда заходил, вряд ли я заходил туда надолго. То есть я могу где-то появляться эпизодически, но я могу зайти, 10 минут поиграть и выйти. Так что то, что меня не было на Project Aries, это ничего не значит. Или что я там был, тоже ничего не значит. Нет. Так. Ферму лута или опыта? Надо идти на ферму скелетов, она далеко. Она находится весьма далеко. Блин, ненавижу вот эти лаги последних версий. Я где-то ошибся в подсчетах. Или у меня просто было больше их. Их в смысле... табличек. Так, там, блин. Уйдите, тупые животные. Нет, я не смотрю сериалы. Если только что-то по какому-нибудь, там, не знаю, ТНТ идет фоном, могу включить, но... Я не смотрю их так, как смотрят люди. То есть люди там следят за сериями, узнают, кто с кем, что и почему. Мне это просто неинтересно. Mm-hmm.
Блин, и как мне отсюда теперь выбираться? Как минимум еще один конкурс будет, да. Но я не уверен, когда, и не уверен, какой именно конкурс будет. Потому что, ну, фан-арт это не все умеют, не все могут. Несколько людей предложили стихи, но, по-моему, это тоже... Я не смогу к этому серьезно относиться. Как-то так. Ничего не думаю по поводу ресурс-паков. Я понятия не имею, что это такое. О, даже угадал. Так, окей. Теперь нужно каким-то образом там их готовить. По нажатию кнопки, желательно. И доставлять куда-то мясо. Даже не знаю, потоками воды, не потоками воды, каким-то макаром. Так, пожалуй, сундуки. Железо. Интересно, где у меня... А, дерево у меня, по-моему, тут. Да, дерево у меня тут лежит. Так я в упор не помню, как крафтятся воронки. Ладно, сейчас вспомню. Нет. 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 А, наверное, вот так. Блин. А, во. Хоппер. Где мои остальные сундуки? Вот они. Окей. И еще мне нужно куча лавы. Так, пошел дождь. Слава богу, в игре, не на улице. Хотя на улице тоже не помешало бы. В таком случае мне нужно сделать кучу ведер. Ведра из железа. Железа у меня нету, поэтому сейчас будем его, наверное, плавить. Да, железа у меня нигде нема. Ну, окей. Мне все равно надо с ним что-то делать рано или поздно. Так, я пока временно чат отключу, что-то здесь совсем какая-то непонятная штука начала происходить. Какие-то странные вопросы от странных людей. Да, мне надо немножко сундуков, наверное. Хм.
Пару штук должно хватить. Модеров. Модеры есть, но они не могут следить за всем. Так, я боюсь, что сейчас все мое железо уйдет нафиг в никуда на эту ферму. У меня его еще не так много, как раньше, поэтому... Так. Окей, давайте спустимся, порубаем коров на колбасу. Всех. Мелких, больших, неважно. Я просто теперь четко знаю, что ферма работает, только... Нужно понять, как ее устроить. А это... Животина будет только мешать. Так, допустим, воронки будут стоять. Нет, сундуки. Ага, блин, один сундук не докрафтил. Даже два. Я сейчас понятия не имею, что я пытаюсь сделать. Я просто пытаюсь что-то делать. Так, допустим, воронки тут, тут, тут. Так, куда они там направлены? Ага, вот так вот. По-моему, они сейчас направлены друг в друга. Так. Раз, два, блин, два, три. Здесь должны стоять сундуки. На самом деле сундуки должны стоять дальше, но пока пускай тут стоят. Так, допустим. Так, здесь стоит еще одна воронка. Получается какая-то хренота, по-моему. Не, фигня получается. Я как-то себе это немножко по-другому представлял в голове. На практике это оказалось совершенно не то, что я представлял. Так, одну секундочку. Так, по-моему, опять какая-то непонятная фигня получается. Ну, допустим, тут потоки воды будут идти. То есть вот, вот здесь вот уже точно должна быть вода. Куда-нибудь отсюда она будет поступать. Там, из раздатчиков, из поршней, неважно. А если использовать полублоки, например? Например, как-то вот так вот. Естественно, спуск потом туда будет.
Но это потом. Так, вот так. И вот так вот. Мелкие туда не пролезут, большие туда пролезут. Соответственно, профит. Вопрос только в том, как это будет работать. Так, ну допустим. Ага. Хорошо, годно. Только не понимаю, почему оно не отправилось дальше, а осталось в хоппере. По идее, после того, как она попадает в хоппер, она должна передаваться еще куда-то. Ага, понятно. Все дело в том, что я его так и не направил. Я просто его поставил, а надо было именно направить. Ну-ка, тест номер два. Так, должно быть вот в этом. Так, точно, все. Так, это... Окей, это работает. Как-то немножко странно, но работает. Так, опять же, в человеческий вид уже буду приводить потом. Так, subscribers мод выключу. Так, и slow 180, потому что... Я говорил уже, в чате какая-то хрень происходит, и вот сейчас ничего не меняется. Так, и пока что 30 секунд рекламы, и продолжим. Так, окей. Теперь мне нужно подняться и как-то сбегать, например, за лавой. Думаю... 5 ведер будет достаточно для начала. Так, сколько там получается? 2 блока. Это 1, 2, 5. Ну, 10 надо на самом деле, но. Блин. Тогда надо опускать еще на один блок воду. А, ну хотя можно сначала лаву включить, подождать, пока она исчезнет, а потом уже включать воду. Не обязательно же все и сразу. В конце-то концов. Так, еще 5 ведер. А, ладно, 10. Блин. И айда за тем, что мне, собственно, сейчас и нужно. Так, землю сюда. Кабла пускай будет, стройматериалы потом возьму. Так, мясо сюда. Ресурсы вот сюда. А, так, и это тоже надо убрать. Так, вспомнить бы, где еще у меня лава есть. Будет вообще замечательно. Никакая хрень на голову не падает.
Спасибо за еду. Это Томас перед стримом еды просил. Свою же табличку и переставил.